Так, раскатываем тесто. Раскатываем мы как? Сейчас ошибки все делаю. Сейчас я их покажу. Но сначала откручиваем. Где-то зазор должен быть полсантиметра. Полсантиметра. Вот. И берем. Короче, таких лепешек я накатываю 17 штук, то есть делаю сразу 17 штук, вот, и после, значит, то есть не возвращаюсь, то есть в чем ошибка у всех, у меня была, то есть я сначала полгода открутил, я делал чебуреки вот так, накатывал и начинал, то есть каждый чебурек я раскатывал полностью. Потом также брал следующую лепешку, откручивал и начинал. То есть это очень долго. Кстати, это делают везде. Вот. А в данном случае сразу таких сделал 17 штук. То есть 17 штук это 1000 рублей. Вот. И уже после